первый, то в принципе можно и два. То есть вот два рейд как два рейд, это вообще печально. У меня будет другой рыцарь. Я просто не хочу на Джайну идти, потому что если будет много траев, у меня когда это вдоль купола бежишь, и рука болит. Поэтому я не люблю Джайну. Я сейчас возьму в два рейд тоже старичка, это раньше был очень хороший танк. Т5 пока нету, но это соберется быстро. Это кого? Вульфсер. А мне агрити впереди, вырисните меня, пожалуйста, я уберу ловушку. А как он быстро соберет Т5? Да там на друида всем Т5. Ой, блин, там причем посмотри. Друид, эпик за ДКД собрался. Паладин. Престов и этих всяких. Много классов. Паладин, рок, шаман. Это не имеет отношения. Прист, дру, вар, ДК. Калвара возьмешь, там ты воин, жрец. Прот пала, блять. Прот пал. Думал про товара. Господи, в раз. Там три коника должно. Проверь, хорошо. Да вроде все. Как три, то есть два стража. А вот так. Баги, читы, коды. Я знаю то, что они иногда ресуются. Так. Сейчас я напишу одного друида. Оль. Твой бай это на пояс подействовал, Гена меня из друзей удалил. А, так, ну, я и Ваги кидала, чтобы он скрин сделал, но он отменял, а ты видишь, сделал. Из друзей удалил? Я больше скажу. Я ему пишу, он мне в ответ. Какого хрена? Я тебя удалил, почему мне сообщения от тебя приходят? Крафте друзья, типа пофиг, принял он или нет. Да нет, ВКонтакте. Ты его лучше в Дискорд зови, я ему расскажу, что в ДВРейде пояса падают. Надо ему предложить альтернативу, чтобы он с собой туда походил. На самом деле... Такая ситуация в джунглях, я неоднократно тоже своим друидам помогала. И вот когда я не помогала, им падал пояс, причем постоянно. И как только я помогаю, пояс не падал, поэтому я без пояса. Там частенько этот пояс, он Васе не даст собрать. Кто пиво будет, я кружку поставлю. Да, это как я хожу шестой раз в целкан, ни одной шмотки не упало. И у меня такое было. По два месяца шмотки не падали, меня аж прям калило, я хотела даже шамана удалить. Хотя бы ладно, хоть падали, а так они вообще не падают. То же самое было, два месяца просто не падал шмот. Никакой на меня. Я думаю, Эпигастри, не знаю, помнит или нет, Вага точно это помнит. Это бывает. Сумоньте первые пять групп. Чё, у нас перекур, пока мы дожидаемся? Зачем? Регру и так убьем. Я вот, подожди, я сейчас Дану написала, он очень хотел прийти. Ладно, окей, курим 5 минут ровно, ставлю таймер. У него тут шея там падает. Там вон Монаротов и кашт. Эй-эй, не то. Короче, Вар пишет, блядь, я у него спросил. Короче, не знаю. А ты этого Вольфсара хочешь сейчас сюда закинуть, раз у нас уже КД на ВДВ? Какой Вар, вы о чем? Да Вар, блядь. Не Вар, Вольфсор. Отписал мне насчет набора. Ладно бы там сова какая-то написала. Еще одна. Сова, охуенный класс. Сов что-то маловато у нас, согласен. Соф, это... Кстати, куда делись все совы с моим состава? На целую кучу вроде друидов. Кто-то звал сову? Сейчас зайду. Гриб забрал сову.
Ну, серьезно, кроме Жужина вообще ни одной совы не осталось. Из дворей доберите. Много сов. Там такие совы, что лучше не надо. А было-то сколько, да? Афони, Гевка, Кислород. А, по-моему, 5 сов было у нас. Возьмите сову и воспитайте. Еще у Монорота. Я помню, Монорот раньше мейнспеком совой. Да. Мазер, ты тут? Кто-то тебе пишет вообще, ты спамишь? Тебе кто-нибудь что-нибудь написал? Я же говорю, Вар сейчас написал, блядь. Все? Пока да. А что там у Варта хоть 2 Т5 есть, нет? Один у него Т5. Что-то там... Банжара. Кстати, там... Вага, тебе шаман вчера не писал какой-то? И у меня, говорит, есть Т5. Один кусок, я его к тебе отправил, не знаю, писал он, кстати. Важно, какой человек. Вот если... Хоть у него там 5000 этих кусков Т5, блядь, если он нубло, блядь, если он нихуя не умеет играть, он, блядь, не нужен. А если он умеет и еще и хочет играть, то это вообще заебись. Вот, ну. Но он написал, у меня, мне какой-то пал писал, возьми в рейд, я типа на следующем КД 2 куска куплю. Где он их купит, я так и не понял. А, я тебе больше скажу, у нас Вага помнит Квилет. Заходила к нам в рейд купить 2 Т5. Купила, а на следующий день мне писала, можно к вам в гильдию попасть как-нибудь. Я не представляю, как он хотел вступить в гильдию, а потом на каком, где он собирался покупать тогда, если его возьму? В каком-то КД ходить, в другой рейд? Да почему, можно в этой же гильдии купить, если они не как бы такие вещи одобряют. Неуполномочен такие вопросы решать, я не знаю, что на них отвечать, понимаешь? Короче, ну, Вага, к примеру... Или отошел Вага? Вага отошел, скорее всего. Ну, к примеру, мне Хант писал, он, ему надо было купить 2 Т5 и шею с Келя, но обязательно надо было в ДВшном рейде, потому что вечером у него РТ. На эти же рейды. И типа вечером он не мог в это же. На твинка вот другого. Не, не на твинка, на мейн. Там ну, типа, прикол... надо боже персонажа. Ну, хотел чтобы. С нами сходить вечером, я типа... не знаю. Ну, знаешь, я не знаю, в чем логика такая. То есть он может просто подождать, когда выпадет этот кусок по приору забрать, да, по сути. Или как там Миша говорил. Что он купит просто, чтобы лишние 2000 гп не лут. Ну, а просто прикинуть, есть и конкуренты на твой шмот, который тебе нужен. Ну, не знаю. 100 тысяч голды потратить из-за 2000 гп. Ну, то, что такое. Тут есть же челики, у которых там по несколько стаков ворон были, когда они по 15к стоили, значит для таких не проблема, я думаю. Помнишь, инфу кто-то говорил, что воронки больше 20 не стакают, когда они по 15к стоили? Да, это Карина говорила, у нее там 4 или 5 персонажей фулл Т5 одетых на 3. При том, что, к примеру, у нее был шаман, 4Т5 собранный Эршам. При этом она за Эршам вообще не знала, как играть. То есть у нее просто тупо был перс и Т5. И в чем прикол так делать? Она не сказала? Не знаю. Ну голду некуда девать. Продаст этих персонажей и все потом на ФНП. Это где же она столько фармит, что ей некуда девать? Ну, я помню, как-то была инфа, что у нее почти 1 000 000 УД на персонажа. Радвара, этот спамер спамит, если ты Warcraft в Вольтабе находится? Да. Почему? Ты можешь вообще игру Вовку свернуть и идти. Я так и делал, я просто мне постоянно казалось, что он не спамит.
Спавим, спавим. Алина, ты тут? Я даже не знаю, на чем так можно заработать, чтобы на всех ходить. Барыжить, купил подешевле, продал подороже, вот так и заработал. А че, вон вводишь какие-нибудь целкашки, обычки? С них там продаешь что-нибудь? Если ты вводишь, а если ты не вводишь, то... Я тебе говорю, вон даже челики продают. Аукцион? Вага, да, через 3 минуты буду, захожу в подъезд уже. Смотри, я охуел, когда сегодня, блядь, РС обычку и собирали, их, блядь, всех кипиш писал, блядь. Они во время рейда нахуй шмот продают. Смотри, вот единые шары продают некоторые челики по 350 за стак, а я по 450 ноутс продаю. Если бы я мог этим заниматься, ты скупил у него 350, я продал за 450. Ну, знаешь, как голды, это ни о чем. Вот смотри, возьми Сильверада, он на этом ауке просто живет все время, наверное. Там любой товар, который спросом пользуется, любые фласки, любые реги, которые в большом количестве тратятся, трава, там всякая руда, там все приписки Сильверада. Он просто то же самое сидит на этом ауке, скупает все, переставляет за более дорогую цену. И там, я не знаю даже, сколько у него голды должно быть, чтобы в таком количестве все реги держать. Там, наверное, несколько лямов голды. Он раскрутился, я с ним разговаривал, у него там голды на самом деле да очень дохуя. У него и, блядь, воронок там пачками. Ну сколько дохуя? Хочу посмеяться вместе с вами, блядь. В макросе написано 265 левел, 2Т5 куска, ну все дела, то есть все по-русски написано, не по-китайски. Пишет челик, ну там плюс в ги, говорю инфо себе, он мне пишет, ну там... Кирс, а забей сейчас, какой гиль? По два слова в строчку, Асгарда. Пишет такой 248 ПВЕ, 258 ПВП, я сижу ржу, короче. Я а Егорка? Егорка, он же не играет практически. Он вон сидит в DC своем постоянно, там то в Майнкрафт какой-нибудь играет, то в CS-ку, то в этот пупк. Ну, в принципе, это практически не за. CS неинтересный стал, когда он стал бесплатным. Чтобы вы понимали, он просто берет и маунт, понимаете, что покупает с этого. Блять, Джайна из-за того, что ему просто хочется этот маунт за 200к нахуй. Ну а почему нет, если ты можешь позволить? Я, к примеру, тоже думаю, что если мне нечего будет покупать за голду, я тоже буду каких-нибудь маунтов там с чёрт покупать, какие мне... Кстати, Кирс, ты бы лучше, блядь, этот покупал бы. Нет, с сегодняшними голдами можно, знаете... Переворот сделать, допустим, ворон купить по 2к и выставить по 5. Вообще, если скупать воронки по 2, по 3к и поставить нахуй, допустим, по 7. А чё далеко ходить, вон сопроты на ауке, поскольку они там по 300 голды сейчас ставят. А так смысл там, их вот ставить? Вот такой же человек просто взял, сопроты скупил с аука и переставил их по более дорогой цене, то по сотку или на 2 сотки. Коника, и это, ботинки ждёшь? Да. Вот ты не фартовый. Мне кажется... Ботинок нету, конь. Да вообще, позор, стыдоба, даже у Мозра есть на варе. Какое-то количество сопротов-то купят по этой цене, но когда выкладут другие люди, которые опять нафармили их... Ну еще раз выкупит их и перестанет. Любой адекватный человек, который будет сейчас ставиться... Не будет ставить. Вот как раз таки спрос есть, потому что все топовые гильдии по большей части они не себе крафтят, они покупают. И как бы то, что вот у нас раздается для мейн состава по фласке в день, такого ну много у кого нет. Поэтому как раз таки это точно спокойно. Да у него нет сопрота, он заранее не купил, ему надо купить сопрот, он бежит, ему не остается выбор. Так, суммоним всех в рейд, вообще на АФК. Начнем так. Казун. Не знаю. Что сейчас с аукционом произошло, мне кажется, вообще все упало. Выфармить вообще не начали. Короче, хохма. Так, ребята, оверлей включен. Предупреждать больше не буду. Флут на боссах сразу сотка. Сниматься это не будет. Анонситься могут БРы и Норогимы. Ну, танки могут между собой переговорить. Все остальное сразу сотка. А, и все-таки, Вага,
по вопросу ДЦшника в 8-й пати. Иконика, типа, дальше бы хэпалом пошел, а полину в ДД. Ну, пока два слота не добор, типа, чё бы не пойти с ним. А там... Кто это вообще такой? Ну, типа, его можно поставить, но он просто лут будет лутать, только если он вообще никому не нужен из мейнов. Это понятно, он на это согласен. Кто это вообще такой? Мгновенный. Это Клинк мгновенный. Мгновенный. Он в прошлый раз, кстати говоря, когда он Аркус полутал, он мне в личку писал, что он согласен даже, что за этот Аркус ему на мейн персонажа ГП начислять будут и за весь просто, шмот, просто который... Просто челик играет, понимаешь? Он зашел онлайн, ему надо играть. Да, ему просто хочется поиграть. Помню, первое время тоже было фиолетово нам на шмотки и так далее. Хотелось просто поиграть. Так, Эпигастри будет МТ на боссе, Лоев в танк. О, Нелик, смотри. Рыба стоит. Фрост, Анхоли. А по давай у Фрости. Чуба был, ага. Так же, как и в ДВР, я не говорю один раз. Если шипы не в мили-кемпе, этим занимаются РД. Шипы долго сливаются, все РДД выхватывают по сотке. РФЧ на баф и пул. Так, два меня человека предупредило, что лагает сильно. Но мы не можем вас поменять, поэтому идем так, как есть. Пул по отсчету. Ребята, а что, ДЦшников Холика не спекали? Просто вот 2 ДЦ вообще не... Осколок есть. А кто лутает? Жунэн. Ему 6 осколков осталось. А ты ему напиши сам. Элбрил. Элбрил, спекнись в холе.
Хорошо, до меня тут лагает, блин, Дискорд что-то в мобильном. То отключается, то включается, задолбало. Я сейчас включу этот на компе, но там микрофон не это. Не пошло. Сейчас. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Пока пытался перезагрузить в телефоне Дискорд, блин, в луже сдох. Жена, он забрал осколок? Милики по левому можно. Да, забрал. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Сантею скрин отправьте. А он бухает. Будет повод. Пробил свой пояс. Нет ничего невозможного. Разум, нажми что-нибудь. Активнее лут прокликивайте. Очень долго. ДЦ чей-то твин? Да, мгновенный. Вот дар рылок сейчас за минкан. Коника, кстати, пойдет хапалом дальше. Хотел вроде. Ты идешь по нему? Третий паладин это 3 бафа в рейде без всяких проблем. Охуенно был. Да, да, сейчас займу. Мне, конечно, с кораблей, но ладно, рейди тоже пойти. Что тебе с кораблей надо? Кольцо. Она кому-то нужна? А ты спроси. Я рогу имею в виду, тебе роги ничего не надо. Не, роги-то ничего не надо. На ханта просто промоут. И лутеры, когда трэш почистите. А почистили. Ставьте шкаф. Коника, чё, убирать, значит, твою рогу с рейда? Он заходит. А ЕП на него можно? Ну а как ты холипала будешь одевать? ЕП, значит, напала тебе. Окей. За остальных лосов. Чё, Полину в ДД тогда? Слушай, она лагает, видишь, вылетела. Даже не знаю.
шкаф поставили, но не смотрим, да? Полина, ты еще лагаешь? У меня не то, что лагает. Я просто периодически раз и вылетаю. Ладно, я, видимо, на замене. Нет, ты не на замене, ты в Леме. Ничего страшного, в Леме не подведешь свет никак. Не столько на плече, а на себе. Если только кого-нибудь цепной ваншот, конечно. Ничего страшного. Да не лагает, говорю, просто вылетает периодически почему-то. Причем Дискорд и вообще все вылетает. Ничего страшного. Провайдер, наверное, у тебя. Нет, не провайдер, потому что кое-кто там что-то качает в соседней комнате. Видосит тебя. Да по-любому. Значит так. Пегастри слева, Войд справа. Алоэ там по ситуации поможешь, грипаешь мобы с лестницы. На второй фазе на боссе у нас Войд и Алоэ и Пегастри на трэше. Пегастри, услышал меня? Ты здесь? Дайте хоть еды, спасибо. Телемор, ты тут? Пегастри, слышишь меня? Ты, значит, на трэше слева, на второй фазе трэш на тебе. Ирчи на баф и пул. Вары, кричите на АП. Чё, тут саппорт не обязательно? Да нет. Он тут вообще не нужен. Вот этот телемор почему-то не принимает. Он лагает. Пускай там висит, ничего страшного. Если Tell You Mo кто-то убьет во время МКТ, тоже ничего страшного. Но это, наверное, буду я. Пул по отчету. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Внимание, трэш никто не бьет. Поставил череп. Три моба, никто не бьет, никто не бьет. Надо бить трэш. Верните голову. Справа трэш. Ша новые выходят, быстрее в трэш. Алоэ, ты же с костами справишься на боссе сам? Думаю, да. Тут танки справятся. А, забыл, да, ты тоже. Мелики приоритет, но трэш.
О, народ, поднимай Кинари. Женуэн, поднимай Долоруса. Шторм, сам вставай. Дайте славу, пожалуйста. Ты не в силах, противец моей воле. Шторм, у тебя КД? На крест. Ну ладно. Трэш активнее добиваем. ДК бомжей. Вы осознали бессмысленность своих действий? Ты не в силах противиться моей воле. Воля господина! Ваша смерть неизбежна! Слушай, Мозер. Да? Это нормально? То, что я какую-то хуйню даю, по-моему, блядь. ТРСК нормально. Для 4 кусков? Да, пойдет. В смысле, блять, рассчитываю на 20-ку, нахуй. Мечтать не вредно. Мгновенно, как ты хочешь брать себе на мейн спек ДДшный посох, не понимаю. А если я спекнусь, короче, в Сурва? Не, ДПС. Сурва на леди вообще не очень. Если в МК возьмет, там стати можешь проебать. Ты на офспех хотел мгновенно или чего? Ну, пойдем квест сделать. Давайте сделаем. Не спешите. Она. Вы меня опять вылетит без меня, сделаете. Ну а где дракончик-то? Не пульте после дракона, лут раздать не могу. Там что, квест внизу был, да? Да, у входа. Там кое-кто в Диабло решил поиграть за стенкой. Во время РТ прям. Ребятки, смоете, пожалуйста, перед мобом, который на КВ. Будьте добры, это морал. Ты все раздал? Нет, вот последнее кольцо не могу отдать.
У нас нет боя. А, нет, есть. Там дракон, пусть у нас. Вы лучше проверьте, все ли взяли квест. Я вот пытаюсь вниз спуститься. Сейчас скажите, комбат спадет, все скончит. Молю вас, давай. Может шкаф кто-нибудь поставить? Пока не вылетело. Сманите приста. Я кольцо вам передать не могу. Передается? Там еще самолет. Все, он здесь. Угу. Че, ты дальше паном или че? Да, да. А квест на ком напали делаешь? Напали, он взял, сейчас я релутнусь быстро. Постойте, ничего не пульте. Назад отойдите. Да, Кир, со силем. Я вчера такой, блядь, довольный был, думаю, 4 куска, сейчас хантом буду хуярить по 20-ку, но... Нет, леди, ты не путай. Тана... Тана не будет, у него интернет ломает. Пухи снимаешь, блядь, стаки проебу. Тыкните на сумму, подойдите. Если все на месте с квестом, можете пулить, я уже бегу. А тут смотрит, да? Где-то 21к тебе можно давать своим гиром. Блять. Танки, и тут? Чё, в палатку его? Либо в палатку, либо направо в стенку. Сюда в палаточку заведи, пегастр, за. После корабля сдаем квест. Как жизнь?
тарелку. Алло, ты танчишь на том корабле. Давай кидай. Ты морелку перекинул тебе? Танцы все берем. Пушки, кто хочет, занимайте. Запускаю корабль. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Там за перстень спрашивают в чате. Это ты зря надеешься, Коника. Так никто не пишет, значит, кому не надо. Сейчас вы ответите перед Солфангом! Двигай свою колошу! Да там, может, ребята еще на успех будут. Я полетел. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пусть сотнет эти пушки. Ушейники, огонь. Ушейники.
сундук никто не открывает. Сейчас улечу. Разрядите. Жунуэн, перестань писать хуйню. Чё он там? Не буду это озвучивать, это очень смешно. Опять коголды просит на шею? Не, у него безграничный полет фантазии, от которого я периодически охуеваю. Квест сдаем? Да, ты пошлись сдавать квест. Че там, кстати, по улице-то? Запы тебе выпали. Плечи есть? Ватные. Нету. Можно в ДД на этом босе? Нужно. Бля, Рудвар повезло, смотри. Если еще пояс упадет, это вообще жесть будет. Ноги не выпали мне по-любому, значит, другие нонсеты выпали. А че, типа редкая, да? Чё, бля, я за ними, знаешь, где-то год ходил, блядь. Че, выражаешь, наверное, каждый КД, по-моему, почти падает. Вот, видишь, как я полутал, он осталось каждый КД падает. А и про запрошен, по-моему, запястье падали. Меньше ставил, по-моему. Да. Хуй знает, мне не по... Я...